Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 14 и 15 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Ночью прохладнее, 7 выше 0. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов.